Родион Алексеевич. Мама! И одна дорожка по... А сколько людей живет? Я с тобой хочу тут. Живет? 32 тысячи. 32 тысячи с Карайон. Ну как бы одинаково по... И школа одна, и население такое же самое. Мам, дай мне. Дай мне. У них там 10 тысяч километров можно так это собрать дорог. Понимаете, вот это, потому что самое... Еще можно немножко обратиться.
компания 4-летие, то есть я очень долго шел. То есть закончились, когда Олимпийские игры в 2012 году, мне не хватило по попыткам. То есть я прыгнул 2.29, занял 7 место, я прыгнул со второй попытки. А три человека прыгнуло 2.29 с первой попытки и заработали бронзовую медаль. То есть, грубо говоря, бронзовая медаль это игра. Уже медаль? Уже медаль, уже много благ, там и финансовых, и других. А седьмое место это тебе подарили чайник. И тогда я понял, что с этими людьми можно соревноваться, можно тренироваться. И буквально там был перерыв совсем маленький, неделя после соревнований. И я понял, что это мотивация к будущему, что нужно тренироваться более усердно, и все будет хорошо. И вот я тренируюсь, но тоже 4 года к этому старту, в Рио, в Бразилии. И приезжая на соревнования, у меня была лучшая форма, лучшее состояние. То есть все тесты, которые мы делали, они были за все время самые высокие результаты я показывал за 10 дней на соревнования. Ну, получается так, что я простудился, начался у меня гайморит, температура 37,5. И как бы это за 5 дней для соревнований только надо принимать антибиотики, как и по-другому, как болезнь не ведет, ее нужно было сдерживать. И то есть это было такое самое большое разочарование, скажем так, в моей карьере. Это Олимпиада. И до соревнований я как бы считал, что ну, я должен бороться за золото. Если бы мне сказали, что я получу бронзу, то болезнь, я бы сказал, что ну, это очень плохой результат. Но в том состоянии, на Олимпийских играх, при болезни, тогда я понял, что хорошо, что это медаль, потому что могло ее не быть, потому что было еще много людей прыгнуло так по 2.33, которые могли как-то забрать на ее. Ну, в целом, Рио как бы было это фантастически, это совсем другая атмосфера, когда ты приходишь, и там собраны, да, там очень много видов спорта, все люди занимаются, выступают, то есть каждый день есть соревнования какие-то, не было времени, чтобы пойти посмотреть что-то, но это очень, ну, прекрасно, то есть ты с утра можешь выйти, пойти смотреть волейбол, потом там плавание, потом еще какой-то вид, как бы с утра до вечера у тебя день занят, везде эмоции, везде позитивные эмоции, везде ты болеешь за своих, как бы смотришь эту борьбу, и это как бы самый большой праздник, который может быть в спорте. Да, вот между собой, когда между ребята между собой соревнуются часто. Прыжок в высоту вот с места. Какой у вас результат? Было такое когда-нибудь? Место. Ну, место. Да. Я знаю, где мы были там и 1.90 м, 1.85 м. Ну, как бы, самое главное быть сильным в своем виде, определенно весу. Да. У нас пока с места соревнования не проводятся, как бы, это хороший тест. Женатый, не женатый. На перспективу справа. На той, когда вы говорите. Молодцы, для своих выставок. Моя колоса, я не знаю. Ладно, фотоаппарат от дома. Нашу школу, чтобы очень приятно. Я говорю,
Позавчора були соревнования по многоборью. Женя у нас какого года? Второго. 2002 года. Прыгнул 1,70 м. Паша у нас 2001, почти 2002. 1,75 м выполнил второй спортивный разряд. Вот позавчера в Днепропетровске по многоборью так, по личным рекордам прыгали. Есть кубами 4 подушки. Здесь еще на третьем этаже хотим 4 подушки, чтобы мы было 4 ямы. Там, делаем. Здесь. А как? Конечно. Ваш клиент.